Привет, история от подписчицы, сейчас я ее зачитаю. Мы познакомились этой зимой, когда я отдыхала с мамой в Турции. Мне 31 год, славянка, детей нет, не замужем. Он турок, родом из города Балу, ему 43, жена умерла, есть взрослый сын. 20 лет прожил он в Германии, по молодости женился и уехал. Родители живут в Анкаре, есть родственники в Аланье. В тот период он приехал делать зубы, повидать родных, а я просто развеяться от скучных будней, повидать море, погреться. В Турции была множество раз в отпуске, в разных местах, даже планировала поехать туда поработать на сезон. Но никогда не завязывались ни в какие, не завязывалась ни в какие курортные романы, ну не приставали ко мне какие-то курортные турки. Мы познакомились случайно, когда искали с мамой рыбный рынок. До сих пор эту историю вспоминаем с теплотой. Мы пошли к мужчине, а на корявом турецком я спрашивала, как добраться до рынка, а он на корявом русском, видимо, понял, откуда мы, объяснял, куда идти и как далеко. Сказал, что как раз они с другом туда едут, и они, в общем, у нас довезут. Потом ему этот друг, тот самый герой моего романа, о котором я пишу, вышел из магазина, такой большой, нечесанный, бородатый, неуклюжий, как медведь. И мы поехали. Сейчас, возможно, могли бы посыпаться ах, ш и б, но эти люди совершенно были не похожи на маньяков, психов, насильников. Нас благополучно довезли до этого рынка, и мы весело болтали по пути, мешали русский, турецкий, английский язык. Кстати, здесь остановлюсь, да, нормальные, адекватные турки очень часто довезли кого-то, подсказали или за руку довели, это нормальная тема, бескорыстная, назовем так, очень часто так происходит, короче, это нормально, да. В итоге мама обменялась с этим мужчиной телефоном, и мы благополучно забыли о них. Вопрос, зачем вы с ним телефоном обменялись, вас просто подвезли. Значит, какой-то флирт, что-то такое было. Дальше я постаралась сократить свой рассказ, чтобы перейти ближе к проблеме. Так, спустя несколько дней мы все вместе уже успели поужинать, узнать друг друга, немножко поближе пообщаться. И я начала общаться с тем его другом, в кавычках, медведем. Я уже была обучена и сразу спросила про еды в лет, женат, не женат, он мне все показал. Так, вопрос про обучена. Это вы из видео на YouTube все узнали? Или вы же говорили, у вас курортных романов какие-то с турками не было, а про еды в лет вы в курсе, значит... С видео, наверное. Он мне все показал, и информация о женитьбе, и даже о сыне там действительно тогда не было, так как брак был с немкой, они его не легализовали в Турции, потом она погибла. Правда это или нет, я все равно не смогла тогда бы узнать, но по крайней мере в ближайшее время. Позже я пробила его по Фейсбуку, аккаунт настоящий, живой, указано, что свободен, куча фоток из Германии, фото сына, про жену нигде никаких упоминаний нет, многоточие. Так мы начали общение, ни к чему не обязывающее на тот момент. Он буквально на третий день привел меня к родственникам домой на завтрак, потом сказал, чтобы я взяла маму, ее познакомил с ними, познакомил меня с друзьями, катались по окрестностям, наслаждались природой, он меня ни к чему не склонял, никакого интима не было. Отпуск закончился, он отвез в аэропорт. Далее было общение, как обычно, по WhatsApp, звал вернуться прямо сейчас, все оплачу, побыть еще вместе, ты. Но я не была готова оставлять работу, отпуск позволить себе на тот момент уже не могла, да и влюбленности как таковой у меня не было, не тянуло. Вот ключевое. У меня не было влюбленности, меня не тянуло. То есть любовь через не хочу, через не могу, это да, называется. Зачем вы тогда общаетесь? Это закрытие потребностей, вот так назовем. Потом он вернулся в Германию, ну да, он же в гости приезжал. Наше общение потихоньку сошло на нет. Спустя 3 месяца в июне я опять поехала в Турцию в отпуск. К этому времени, за 3 месяца, он приехал в Турцию из Германии, мотивируя это тем, что там старая жизнь, слишком много стресса, и он хочет жить в родной стране, снял здесь квартиру, работает переводчиком. Я спросила, почему ты мне не писал все это время, ты забыл меня? Он ответил, что было слишком много проблем, сам не знал, чего хочет, как все будет. И еще сказал, что не хотел писать пустых обещаний, знал, что я вернусь, и мы все равно с ним встретимся и поговорим с глазу на глаз. Я не знаю, что произошло, но в тот период я так как с катушек слетела. Я чувствовала себя самым счастливым человеком, я ничего не планировала и не загадывала будущее, жила одним моментом. Кстати, так и надо на самом деле, да? Просто кайфовала, все было для меня. Любое мое желание, любой мой каприз. Но отпуск закончился опять, и мы договорились, что я приеду в сентябре на 2 месяца пожить вместе с ним с последующими планами на будущее. Он постоянно на связи, у меня нет повода ревновать, не доверять, его звонки, сообщения дозированные, он не выносит мне мозг, если вдруг я не отвечаю, мне очень комфортно с ним, спокойно, я бы даже сказала, что, возможно, я полюбила многоточие. Меня накрыло это чувство влюбленности, любви, чего я не испытывала прежде. Вот смотрите, у вас проблема с любовью.
либо это ранение на любовном фронте какое-то, да, то есть либо вообще проблемы с высказыванием вот эти все любовные истории. Не доверяю, не подпускаю, вы сразу не тянула к нему, то есть у вас определенный блок вообще на вот подобраться к вашему сердцу довольно-таки трудно, много преград. И вот даже сейчас я полюбила, вроде меня плющит, мне так классно было, я наслаждалась, но вы все равно многоточие оставляете, да, и вот приписочки такие, а может быть, я, в общем, ну, какое-то такое чувство, я его не испытывала прежде, возможно, даже любовь. Но есть проблема, он никак не может купить мне билет. Чтобы уехать, оставить работу на какое-то время, мне нужно заранее предупредить руководителя, найти себе замену, подготовить бумаги. Я пыталась ему это много раз объяснить, что мне нужна точная дата, уверенность, что я еду на какое-то время. Каждый раз он отказывает, каждый раз он откладывает это. Сегодня у нас состоялся очень странный разговор. Я, как обычно, спросила, как дела у моего медведя. Он пожаловался, что очень жарко, много работы. А я не в свойственной для себя манере сказала, ну ты сам же решил переехать в Турцию, сейчас не лучшие времена. Если ты еще жениться хочешь, то будешь еще сложнее. На что он ответил, еще рано об этом говорить. Хотя до этого представлял меня своим родственником, как жена. В моей вселенной, если турок говорит родственникам, что это жена, значит, он об этом думал или хотя бы фантазировал, представлял это, а потом выдает, а еще рано об этом думать. Что это вообще такое происходит? Чуть приписка потом. Дописываю. Сегодня я все-таки получила билет. То ли почувствовала, что я охладеваю, то ли реально не было денег и теперь появились, я не знаю. Конечно, очень хочется пополнить ряды позитивных историй, а не трагических. Еще хочу заметить, что нам сложновато общаться на расстоянии, из-за разности языков мы с трудом можем выражать свои мысли. И он переводчиком-то не умеет пользоваться. Ну такой медведь, старой закалки, знаете, несовременный совсем. У меня вопрос, как он вообще переводчиком работает, если он переводчиком в Google пользоваться не может. Но когда мы рядом вместе, как будто и без слов понимаем друг друга. Еще думаю, он сам не ожидал, что будет так сложно в Турции жить. Думал, в рай попадет, а тут кризис кризисный. Посмотрим, что из этого выйдет. Еще дополнение. С тетей и братьями мы познакомились вживую. Виделись несколько раз, ходили в гости. С бабушкой, сестрой, мамой и отцом знакомство по видео, когда он ездил к ним в Анкару. С родителями у него отношения не очень хорошие и близкие, по причине того, что они звонят ему только когда нужны деньги, с его слов. Вот смотрите, я хочу, знаете, не к вам обращаться, да, а выводы какие-то немножко о нем, чтобы вы немножко на него по-другому посмотрели, вам будет понятнее, что мне самой делать. Как поступать. Очень такие фразочки есть показательные. Он переезжал, за 3 месяца переехал по-быстрому в Турцию из Германии. Вот честно скажу, давайте по факту, как по жизни здесь сейчас есть. Здесь кто в Турцию едет, зачем? Здесь кризис экономический, отсюда бегут. В моем только окружении есть знакомые девчонки, ну такие славянские наши, очень многие переезжают. Кто-то едет на Кипр, кто-то в Европу, в Грецию переезжали у меня знакомые. У меня знакомые переезжают в Германию, в Голландию, в Данию. Потому что эти турки, эти мужья, они работают на иностранные компании, там кто инженерами, кто кем. И их, как правильно выразиться, иностранные компании стараются хороших сотрудников турков сейчас выманить к себе, перевозить их, чтобы они были ближе к офису, потому что трудности, ну как бы еще выборы тут скоро, это очень сильно влияет, да, в стране. Короче говоря, умные, кто рассчитывают деньги наперед компании, они вытаскивают хороших сотрудников, заманивают семьями, переезды им делают. Почему? Потому что непонятно, что будет в стране через полгода, либо, может быть, выборы пройдут нормально, а может быть будет переворот какой-то политический, а что с экономикой будет, с экономикой вообще что-то непонятное, понимаете, то есть так, это очень большой показатель, что отсюда едут. Турки, кто сомневался раньше, они уже последние 2-3 года на самом деле начали уезжать еще до вот этого ноябрьской истории год назад с лирой, инфляцией всей. Того, чтобы ехали сюда, у меня вопрос. Он там прожил 20 лет, значит, он там плохо. Как он вам сказал, старая память, старая... Вопрос у меня, от чего он бежал в Германии? Однозначно от чего-то. Здесь такой поддержки, ну, там тетя, понятно, родственники, окей, с родителями не супер тесно как-то общается, да? Звонят только, когда им нужны деньги. И он приехал на позицию переводчиков. Ну, окей, в Стамбуле переводчик, я скажу, может нормально получать. Это хорошая работа, может быть, когда она есть. Пока туристы, да, если корона бы была, прикиньте, схлопнулась бы вся эта история. Никакой переводчик, нафиг, никому не нужен в корону. Положил зубы на полку, ешь что хочешь, воздухом питайся. Ну, такое себе, да, то есть это профессия довольно-таки,
как бы сказать, зависящая от туризма, открытых границ, назовем тогда, непостоянная, ненадежная и т.д. Чтобы на вот это непостоянство взрослый мужик, который 20, ну там, сколько, 40 лет, да, он прожил за границей и приехал сюда сейчас на это, то есть у него там не все было хорошо. Задайтесь вопросом, спросите его, от чего он убежал на самом деле. Вот эта вот фразочка «старая память», то есть он оттуда зачем-то ехал, что-то ему, короче, вы поняли, да, это не лучшая сейчас страна и ситуация, чтобы возвращаться к себе домой. Про то, что он вам говорит, еще посмотрим, ну, короче, он реально, он думал реально, он едет домой, сейчас быстро все найдется, еще родственники знакомые с работы помогут, бла-бла-бла, сейчас у самих тут работы нет, никто ему не помогает, у него есть, короче, некое разочарование тем, что сейчас у него происходит в жизни, работе и так далее. Он ожидал, что будет легче, проще и шоколаднее гораздо. Это определенный кризис. Вообще, честно, я бы не посоветовала в такой кризис его и ваш переезжать вообще к нему, что-то вот этим всем заниматься. Побудьте еще полгодика хотя бы на расстоянии, ну, встречайтесь, я имею в виду про переезд, про свадьбу, всю историю. И это не время сейчас вообще. Вообще непонятно, куда сейчас страна выруливать будет в ближайшие полгода, то есть на самом деле год следующий. Поэтому никто здесь из крупных компаний, каких-то планов жизненных не планируют себе на год вперед вообще. Мы здесь живем, здесь и сейчас. Люди, которые с мозгами, скажем так, в здравом уме. Потому что все твои планы или вложения могут к черту полететь вообще. Ничего тебе не исполнится и так далее. Живем мы на 1-2 месяца вперед, на самом деле, вот реально здесь и сейчас. И вы тоже так постарайтесь, попробуйте ему об этом намекните, что планировать. Вот поэтому он, скорее всего, вам про свадьбу говорит, еще ничего не ясно. Дело не в том, что он вас не любит и не считает своей женой. У него нет на это денег. У него, скорее всего, он живет на съемном жилище, какая аренда, кстати, дорогая, да? Это еще траты за свадьбу, за переезд, это вообще... Я не представляю, вот реально сейчас, если у тебя средний достаток зарплаты, как кого-то перевозить, жениться, рожать детей, это все денег стоит, ну, в нормальных условиях, назовем так, с нормальным качеством жизни. Это вообще дилемма целая. Поэтому не надо на него обижаться, надо подождать. В общем, это сейчас не лучшее время, тяжелое. Знаете, если бы он нашел какую-то другую профессию, куда-то бы сейчас быстренько вклинился в какой-то, может, бизнес, ну, обычно тут трудится по знакомствам всяким, у него пошли какие-то, знаете, стабильный какой-то заработок хороший, да вообще не вопрос, что в стране происходит, неважно, можно переезжать. Он здесь сам на птичьих правах, ему здесь тяжело приспосабливаться и всего-всего-всего прочее, и вы ему как нагрузка, то есть он пообещал, но не рассчитывал на свои силы, что будет так трудно, вот в чем проблема его заключается. Вам остается только понять и простить, и принять, и подождать, возможно. Я бы вообще посоветовала, да, оставаться, приезжать, не бросать свою работу и отпуски свои с ним проводить, например, в Стамбуле каким-то образом. Если он сейчас уже про билеты проблема была, вы с него его жали этот билет, и вам потом пришлось письмо мне дописать, что билет-то он купил, ну понимаете, что у него финансовая, да, не очень. Куда, что ехать, на что? Да в том плане, что лучше это, что вы приедете, денег у него больше от этого не станет, больше будет трат. Вы приедете, увидите, вам не понравится, еще больше нам ругаться начнетесь, и он себя не уверен, как мужчина может чувствовать, денег недостаточно, и его эго страдает. Короче говоря, куча всяких проблем. Я посоветовала, честно скажу, повстречаться какой-то промежуток времени, дать ему хотя бы адаптироваться здесь, приспособиться, поменять работу, скорее всего, что-то на работу переводчиком такое себе, да. Здесь хорошо сейчас переводчиком можно с недвижимостью пойти, кстати, арабы все равно покупают, иностранцы, русские покупают жилье, недвижимость, немцы, кстати, в том числе, потому что по последней статистике, по туристам, которые приехали в Турцию отдыхать в этом году, немцы на первом месте, а затем только русские, миллионы немцев приехали. Ведь летом они все тут заполонили у нас Турцию, все курорты, очень много немцев этим летом. Они даже повысили планку, не помню, какие там цифры были, а видео в новостях о Турции, расскажу об этом. Короче говоря, есть что с кем переводить. Ну, в недвижимость, тут другая немножко сфера, дайте ему адаптироваться. Просто наблюдайте, не давите, потому что он в стрессе, сам в себе не уверен и может сейчас разочароваться. И выясните, от чего он, от кого бежал из Германии, на самом деле, почему был, что там ему было трудно. Узнайте об этом, разболтайте его на эту тему. Спасибо всем за внимание, я надеюсь, вам мой комментарий и разбор был полезен. В инфобоксе под видео я оставляю свою почту. Пожалуйста, пишите. Тема письма, консультация. И мы с вами встретимся в скайпе без проблем. Спасибо за внимание. Всем пока.